Я обманываю, типа, 704-го. Типа, я отсюда поехал, на самом деле. Спасибо, жмых большое. Совершеннолетием, получается. Нет, нет. Нет, не удалось с ним договориться. Не удалось обмануть. Ничего не удалось. А Го как сильный человек, просто тараном его. What? Так, и что делать дальше? Я просто не умею тащить, потому что я до последней стадии в боях, как правило, не доживаю. Ну, Линкс, я так понимаю, сейчас влетит прям как Вин Дизель, да? Надо как-то его вот так вот встретить, чтобы быть готовым, либо чтобы он справа был, либо слева. Но тогда, получается, я тупо в поле стою, да? А если где-то зажаться, тоже так себе вариант. Короче, просто Понял. Удаль, ты чё? Блин, уже маленький Вин Дизель приехал. Вот у двоих, конечно, и так себе. Ну, не было смысла там что-то куда-то прятаться, куда-то там заварить свою НЛД. Хотя, вон туда в угол можно было сзади встать, да? Я бы сделал на один выстрел больше, получается. Но, к сожалению, я додумался об этом только после смерти.